Мир вашему дому. Сегодня по народам Кадыры православный праздник День Тихона. В народе праздник называют Тихон Тихий, Тихон Утешитель. По церковному Кадыры православной церкви сегодня чтит память трех святых с именем Тихон. Особенно почитается святитель Тихон, епископ Амакунский. Также вспоминает преподобного Тихона Мединского, Калужского, Чудотворца и преподобного Тихона Руховского, Костромского, преподобного Моисея Оптинского. Празднуется принесение Моисея святителя Феофана, затворника Вышинского, священномученика Тигрия, пресвитера и мученика Евпрокия, спеца, преподобного Тихона, Крестогорского, Вороботского, епископа Тобольского и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родится в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшему мир иной.